дыма вешать не стоит. Каска танчит тьму, алоэ. А кто из вот это алоэ, блэккиллер, они как, кто чё? Может тогда алоэ, блядь, на трэше, монрот в коте спокойно, у алоэ охуенный ДП, этот агро в анхолике, а блэккиллер на боссе, блядь. Ну как вариант. Только блэккиллер, ты же был, да, в прошлый раз? Ты эту хуету понимаешь, да? Вот смотри, я этим фростом танчил. Вот у тебя большой выходит, ебани в него ЛПшку, подходит, кидай в него ледяной удар. Никакую парашу, типа воющего ветра не кидай. И как только трэш мелкий пройдет, ну вот. О, даже еще больше, подожди, не так сказал. Ты ледяной удар не юзай, понял? Ни на босса, ни на голема. Вот, потому что от поглощения он агрится. ЛПшкой даст хант, два ханта на пул дадут, и это самое, ты короче, если поглощение активируешь, они мелкие на тебя пойдут, чтобы, ну, если вдруг они пойдут, еще их можно с тебя забрать, но это нужно, чтобы ОВЕ дали туда, но если ты воющий еще ебанешь, то все, пизда, ну ты понял, да, ты за этой хуйней смотри. Вообще, я думаю, что тут захилят шторм с холипалом свет, а те три хила, кто знает, что-то мы должны захилить ему. Там таргетного нету, блядь. Гуляй, Войд. Кто знает, сейчас посмотрим. Не понял, чего там, блядь. Ну, ты что, готов в РСК сходить? Я солярку уже убили, а нет, все, не знаю. ЕП всем начислили, ты свободен. Они маскируются. Пуляй, тащи сюда. Ну ты, в принципе, можешь 4-4 блада там. Можешь, блять, в нем потанчить. Ну, можно танков с 7 уменьшить там до это, которые в рейде. Там кто-то еще, кроме меня, что ли? Да куча. Войд, кинь, батя. Еще и порешал танки. Сейчас, куда кинуть? Ну, порешал с ханта. А. В смысле, порешал в танке? Ну, по-моему, он тоже. Нету такого спирка. Вижу первые 4 буквы ника. Ори. Во. Значит, во. Как устало сказал Элдрин, мне еще жалко. Ну а кто кроме него и меня, ты что, понимаю? Нет, вообще там как группы Алоек, Док, Вагабонд, Монород, Войд. Да ща поспекаются. Войд, ДД, у нас танки, бафы, каски, алоэ, блэки, все. Да что-то Гевка сказал, блядь. Танк вдруг, сейчас я уберу ее просто и все, и буду хилить как ДД. Ничего себе, моб задом пошел. Не, Хан, ты не ошибся. Скорее, блядь, кот во тьме будет, чем Хан. Там надо напулить просто, блядь, потому что... Если он, не дай бог, воющий ветер будет давать в большого и в мелких, то пизда будет. Ну, типа...
типа параша будет с трэшем. Надеюсь, все знают, что маленьких с большим типа нельзя держать. Соберите моба, пожалуйста. Сука, не могу спекнуться. Да у меня, короче, нас местами. Буду свету, он пускай во тьме сидит. Вас там мапнет. А чё, второй хант типа не надо на пул? Твоя сила на исходе, древнейшая. Блэк-то справится, вот там с агро все нормально, моего на пулу, по идее, хватит. А срока просто нету. Вообще никак. Это, РДДшники, много кому лук нужен? РДДшник. Чего-чего нужно? Не пускайте его мага, пусть ДВ ходит нахуй. Я заберу, а мир, что тебе там надо? Я возьму. Я ролю на мейн. Идеально на мейн. Шаману ничего не надо, я, что ли, тут? Я отдельно вам сейчас ГП нахерачу просто. Амир, я все заберу, что тебе нужно. Кирс. Мне шаману из всего РС нужна только хиловская чешка. Вот и ходи за ней. Я просто как плюнул на ней. Хрен. Поэтому... Да там все равно вон, конь есть, конь заберет. Мне в целка тоже нужен только пояс. Коника на твинке. У нас есть еще, допустим, шторм. Софспеком хила. Вот мне интересно, запы и плащ, если есть что-то из этого свободно, я бы вообще магом. Я же беру. Да, тебе, у тебя все есть. Короче, с первых четырех групп, кто хочет посла, даже ладно, с пяти. Я хочу посла. Там сядь, да, заберет и плащ, и запы. Ладно, сиди. Сядь, приору очень мало. Он, ну, типа Дейдри послакает, Мосса послакает. Да, Кирс пойдет хилить, вот все. Не-не-не, Настя. Да-да, все, я уже решил. Да, ДЦ не шибко. Ну да, шаман важная хуйня, кстати. Я могу отрабатывать сделать. Будешь за наш ро в этом... за рону флярку. У вас же хатмал ушел. Никуда я он не уходил, это ты ушел, и мы сделали его вообще. Я все устроил, ты понимаешь, ушел ты, потом потом вот. Пошло-поехало. Ой, косяк, так что сиди, отрабатывай. Девка, пуляй. Здесь ДЦ 2Т5, 2Т4, вообще топ. Ярости недостаточно. Давай. Войт, готов? Готов. А, сука, ты деспек, ну сиди нахуй. Ну бафы, пуляй, блэккиллер первую, алоэ вторую, блядь, хуярим хули. Бля, я на Свиане стою, как бы. Где ты стоишь? На Свиане, блядь. Суманите там алоэ. Алоэ, пролетели сами, не видишь. Алоэ? Ребята. Я уже вышла. Давайте пулять, времени нет, ребят. Подожди, тут досуманить надо. А мы народ куда офнулся? Сопротник? Чё по танкам, бафы, каски танчит Тимо. Блэк киллер танчит Халеона в свету. Алоэ танчит мелкий трэш. Я понять не могу, там чего пришел с убили, что ли? Чё, здесь можно баф? Потом бафы раздадите, пул уже. Время тикает. Пуляй босса. Там ДКшники разберут себе. Я вторую. Да, ты вторую, Блэк первый. Приехал. Да похуй, короче. Как говорится, на кого бог пошлет. Это ты на сову намекаешь? Страдание. Я достаю слишком далеко.
Ты там спрятался упал где-то. Танк. Гениально. Танк гениально. Что? Кирилл всегда дерется. Третья копия, лови там паладин. Поднимите алоэ, кто там рядом. Лови копию. Господи. Без вас я бы долго не продержалась. Чем вас с Монротом-то, кто мне скажет? Произошли страшные события. Куда он делся? Чего лопнулся? Прием, прием. Гоу, гоу. Ууу. Ваши муки станут платой за это вторжение. Там в озере лесовики кости лежат. Чё лежит? Я говорю, там совиные кости лежат. Я тебе сейчас покажу. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Амир, вот объясни мне, почему Сядь умеет тайминг ставить тотем, а ты не умеешь тайминг ставить тотем? А, то есть тайминг, это называется то, что тебя убил босс, да? Ну это уже, типа... Это просто таунт накинул, таунт и все. Скрипты на тотем, да? Я думаю, это бафы шкашки. Тут все логично, нет? Чё с Монородом? Монород, заходи. Пахилан, скажи, пожалуйста, кто куда? Ну, поставь рыбу. Трейд, может. Что Элбрил, Моса, тьма?
остальные свет. Соответственно, коника во тьму не заходит даже. Муса, тебя надо в пятую? Ну ок. Чё, у меня с тобой? Кань на меня лучше. Первая пати тьма. Чего я выбрал? Кинул. Место Монорота. Чё, не писал вообще? Я хуй знает, исчез, бля, я спрашиваю, где он? Ну, в Дискорде. Может, свет. В сети нет, 20 минут, бля. Да, ладно. Пан, твой триумф, да? Или кто, Азик? Не, не надо трогать, да, пускай пан заходит. А, нет, стоять, вон Карухар. Лол. Тогда ханта в свет? Ал. Может, свет тогда ханта все-таки? Но пул не лишний будет. Окей. Пришел тут. Он сумоньте свою коричневую пати, наслаждайтесь. Без милихоста, без АП, да? Это пойдет, блядь. А скорость ему АП бы и так не давал. Порешал. Порешал я тогда просто. Пана тогда сейчас ебаный вместе порешал. Уже чек был до этого. Сейчас в Дискорде ему напишу. Да, кстати, кто вместо Монрута танчит трэш? Мы же уже все решили. Жалой, там жалой, точно. Забыли. Ну, лагаешь, ничего страшного. Надеюсь, не сдохнешь. Паладин танчит. Почему танчит паладин? Бафы как? Алоэ держит трэш. А блоккиллер танчит босса в свету. Господа, давайте что-то решать. За один полчаса убьем, сейчас сделаем. Че, минуту подождем, сразу. Написал? Молчит. Давай пана и башен добавляем. Ну что, 24 и... Да вон пан есть, блядь. А, вон пан есть, значит 25 и все. Слишком далеко. Не надо просто никакой шмот, тут вот он отошел. Коник, ты что, фанзера что ли? Да, сова за троих место занимает, блядь. И... Но по урону... Саск, есть у кого на АП? Но по жиру точно за троих. Ребафы дайте по паладин. И кидай чек. Блэк, Карухар, Карухар. Карухар. Сейчас тебе ассисты дам, Гевка. Кархар готов, и выйди. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Понял, почему у вас боты? Тебя не плохо слышно, Тари. Мне его ловить, Тём, ты так же, как монах стоит. Этот мир вот-вот соскользнёт в бездну. Вам выпало... Заретаунти, Блэк. А вот. Всё нормально. Да, да. Держи. Вообще как хочешь, а там глянь.
Отведите маленький трэш от босса, кто там стоит с ним. Видите же, растет. Прибежали. Сейчас добейте. Следующий, да? 5 секунд вызовем. Откручиваем. Да, откручимся. Пан тоже. Пан, останешься во тьме. А поднимите пью, пью останешься в свету. Дайте, пожалуйста, инер по шторму, кто уйдет в свет. Пятьдесят два, надо быстрее. Больше не буду урона дать. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные. Пирс. Хорош. Знаешь, я тыкнул на портал, и мне в эту же секунду метка залетелась в порт. Давайте, Бэра. Кир, встать можешь? Да, тут уже. Встану как. Защитник. 80%. Защитник. Все, тут танк упал. Тьма не видит, что происходит. Вот вообще прям. 80%. Вас там духа народу прибло или что? Угу. Свет упал. Никто не лежит, речь заходим. В тьму с кружка мордой в кружок босса повернешь, чтобы мы знали, куда его морда смотрит. Морда смотрит, да, вот сюда. Видишь, как стоим, вот сюда я буду тебя бывать. Я ловлю между деревьями. Ты куда ловишь? В кружок, когда смотрит? А, или когда на нас смотрит? Когда на нас. Вот сюда, вот сюда. Видишь, вот я стою, вот так ловлю. Вот здесь ловишь, да? Да, да, да. Вот.
Выйдите, босс. Рыбу ставили, да? Да, вон стоит. Сзади стоит. Выйдите. Ну что-то как-то больно мне сейчас было. Защитник на 70% у меня сработал. Громче озвучивай. Просто слабый. Монах, ты мастерку собрал? Побежали. Быстрее. Трэш заливайте. Ходите, если посмеете. Курхар с нами, нет? Помогает. Нерезно. Я не в ССБ. Заходить можно? Да, да, сразу. Я защитник. Лезвие. Ой, лезвие, блядь. Хани. Я опять же тут давать место. Наше лезвие. Так, выйдешь, поднимешь Леворус. Иннер по шторму залейте, пожалуйста. И Монг, да, Иннер по шторму. Штраф Синвер. Вот заметка. Маба, тише. Все, стоп. На танке, на танке. Бей. Больше. Может, одного заберете? Не надо, нормально уже. У меня защитник. Все, стоп. Да. Метеор!
Тьма, стоп! Тьма, не бейте. Да, свет по боссу. Тьма, бейте. Он стопом, кинь, пожалуйста. Побежали. В шарик только не попади. Направо беги. Беги от шара. Мелких, мелких, ауе дайте под танка. Отведите мелких на ком они. Забираем. Апатичник. Апатичник. Тьма стоп. Тьма стоп. К нам беги, к нам в рейд беги. Бейте. Бейте. Метеор, метеор. Тьма больше. Дайте Геру. В обоих мирах. Масло есть, Ингра, дали, пожалуйста. Я дал. Спасибо. Ох, с нон-стопом хили. Стоп. Метку вынес. Я убрал метку. 5 секунд до деф. Все нормально. Метеор. Хорош. Вот. Чё-то пиво задрот какой-то. Почему? Слишком хорош, хуй его знает, не человек. Что? Есть что ли тебе? Не надо? Чешка есть у меня, на мне даже посмотри. Топовые тренинги. Ты понимаешь, я тебе не могу отдать, поскольку Кирсу надо. Ну вот Кирс доходился как раз, просто надо. На мага зайду, на мага зайду. Кирс, ты доходился, понял? Если никому не надо, без ГП доберу по тест. Кого, чешку? Да. Да параша. Чешка это самая, блядь. Чё, Эдвар, по мейнспекту? Дебил. Нет, у него в спектанк. Амир, ты чё дизнул? А офф без ГП? Офспек без ГП. Смотри, если ты танк, у тебя офспек ДД, офспек пар... Соответственно, если там килл офспек ДД, у тебя паролу. Единственный, кто не имеет офспека, это Рога, Маг и Лок. Ну и Хантыш. А ну, Эдвард, давай ролл кинем. Какой нахуй ролл, блядь? У тебя мейн танк, если тебе надо, ты забираешь за ГП. Выйди нахуй. А это, по-моему, аргументированная позиция. Коника, спалы снять, да? Да-да. Просто никогда не понимал, блядь, зачем воину, блядь, броня, сука. Ты сколько раз ходил в ХМ-ку, ты себе так и не забрал чешку? Ты шары, наверное, допишься. Ты видишь, я ачиву получил. Бля, ты, кошка, нахуй. Я ты кашником кончил себя.